Наша міліція, попри холоднечу, активно чергує у місцях масових мітингів. Уже не перший день євроактивістам усе – і ковдри, і чаї, і печиво. А міліціонерам вони ж теж люди. Ну от саме тому наша чуйна білявка Олена Філонова поїхала провідати бідненьких міліціянтів і зігріти їх гарячим чаєм. Ось що з цього вийшло. Дивіться. Уже 7 дней продолжается Евромайдан. Вместе с митингующими по ту сторону баррикад трудятся и доблестные охранники порядка. Бедные наши милиционеры стоят тут каждый день и в дождь, и снег, и ветер. Замерзли, наверное, бедненькие, но ничего, я их согрею горячим чаем, ведь они у нас такие няшечки. Работа у них, как мне показалось, не очень интересная. Ни ногой не пошевелить, ни рукой. Стоят как памятники, даже не разговаривают. Холодно стоят, наверное, да? Без комментариев. Давайте я вас чаем горячим напою, хотите? Все без комментариев. Горячий, видите, аж пар идет. А вы любите с сахаром или без? Возьмите, горячий. Ну вкусный же. Вы тоже замерзли, да? Нет, я не замерз. Что вам выдают, чтобы вам было тепло? Что выдают, расскажите. Ну бронежилет я вижу, да? Каска, палочка вот эта, наколенники. А подштанники дают? Ну, чтоб тепло было. Чай будете? Нет, спасибо. А чего? У меня тепло. Ну, я вижу, вы как-то прям вот, прям аж зубы сводят. Давайте я вам грелочку дам, она теплая. Привет, быстрее, пока я потом заберу. Вот она, держите. Она теплая. Главное, вот сюда, смотрите, вот в грудь, и будет тепло. Я ж забыла, у вас начальство. Где его найти, чтобы договориться? Начальство? Да. Не знаю, где-то в той стороне ищите около. Как его узнать? Узнать? Да. Это такие дядьки с большими погонами. Там на них звездочки есть. Сколько искать звезд? 3. О, большой дядька! Похож на начальника. И 3 звезды есть. Точно он. Здравствуйте, вы не замерзли? Строгий начальник у милиции. Не захотел со мной пообщаться, но я не печалюсь. Здравствуйте. Уже рады меня видеть, конечно, да? Да. Ждали? Если честно, да. Вам тут, наверное, скучно стоять? Да нет. Нет? Нормально. А какие у вас тут развлечения есть? Какие развлечения? Да. Я на службе, у меня развлечений нет. Сейчас все будет весело. Смотрите. У меня есть такое развлечение. Подуйте. Ну никто не заметит. Извините. Вот так делать. Ой, видите, сил не хватает. А вы сильный, вы же как Супермен. Как... О, видите, у вас уже получилось. Идем дальше. Вон их сколько. И все они грустные стоят. Скажите, а вы какие-то специальные курсы заканчивали, чтобы тут находиться? Наверное, академия полицейская, да? Я понимаю, конечно, каждому нужно собраться с мыслями, чтобы ответить на такой сложный вопрос. Но я же девушка, мне можно как-то уступить. Ну что ж, пока ребята вспоминают, где они учились, я продолжу свой путь дальше. Я узнала, что ребят из милиции специально готовят к таким массовым мероприятиям. А по каким критериям вы их отбираете? Ну, внешне, там, чтобы симпатичные были или умные? Ні, кожного ранку, перед тим, як заступають до охорони громадського порядку, вони проходять інструктаж, де вас з ними проводиться відповідна робота. Їх кожного ранку, їх керівник спочатку з ними працює, розповідають, як реагувати на ті чи інші ситуації, нагадують про їх права, обов'язки. А вот это железные такие штучки на них, это вот как бы по последней моде сделано, по трендам? Нет. Вот как Леди Гага, например, у нее все в шипах или в мясе? Там. Ні, екіпіровка, ну, це засіб захисту, так, тому що, на жаль, ми маємо такі прецеденти, коли до правоохоронців застосовують і сльозогінний газ, і димові шашки. Очень часто в милицию за баррикадами бросают камни и мусор. Но я считаю, это неправильно. Ведь под этими железными шлемами скрываются добрые и нежные сердца. Правда? Я по глазам вижу. Не обижайте этих милых парней в железных латах. Они же тоже люди. Ну что ж, цветы подарила, мыльные пузыри запустила. Надеюсь, хоть немного согрело мое присутствие наших рыцарей.